Таджикистан признан самой бедной страной в регионе, говорится в недавно опубликованном Межгосударственным статистическим комитетом СНГ мониторинге показателей цели устойчивого развития в регионе СНГ. Согласно исследованиям, доля населения Таджикистана, живущего за чертой бедности, в 2016 году составила 30,3%. По данным Всемирного банка, в Таджикистане каждый пятый ребенок страдает от недоедания. Кроме того, согласно ранее опубликованному докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ФАО, в Таджикистане недостаточно питается почти треть населения, или 2,6 миллиона человек. Остальные страны Центральноазиатского региона не сильно отличаются от Таджикистана. По мнению профессора кафедры международных экономических отношений РУДН Инны Андроновой, страны Центральной Азии входят в группу беднейших стран мира. Ну, по крайней мере, мы можем сказать, что действительно проблемы с экономическим развитием и в Узбекистане, и в Таджикистане, они объективно есть. Средняя заработная плата и уровень доходов в этих странах, все равно они по всем классификациям существующим и по реальному положению, это действительно беднейшие страны. Они входят в группу беднейших стран. Это правда, к сожалению, к огромному нашему.